И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на Lost Island. Сегодня мы продолжим, ну, практически с того места, где мы... Точнее, продолжим с того места, где мы закончили. Ну, как закончили? Я просто поднялся, чтобы сделать картинку. Я побегал по лесочку. Я чуть ли там не сдох с моим количеством ХП. Я чуть там не сдох. Ну, как чуть не сдох? Ну, в общем, были шансы. Там и рапторы, и долбанные мураши, и все в таком духе. Но! А, видали? Да, очень много хитина. Видали? Что могу я делать? 75 всего лишь. Ёпарасоте. В общем, короче, хитина мне сейчас хватит на все и на всех. Единственное, что правильно, нужен птерчик. А я, когда сюда поднимался, я видел, что здесь где-то летает недалеко птер. Здесь забалансить было бы вообще его идеально. Почему? Ну, потому что здесь нет хищников. А это уже такое прям норм место. Но что-то мне подсказывает, то он будет явно не здесь. Я его буквально 5 минут назад видел. Ладно, пофигу. Погнали. Лучик. Лутанем чутка. Не вижу. Но я знаю, что я могу сделать. Ну нафига она мне? О, здорово. Давай. Но там же, по идее, острова не может быть. Текстура? Наверное. Я просто задумался о том островке. Я не знаю, что сейчас за рёв был, вы это явно не услышали, но я услышал какой-то там очень жесткий рёв. И это было такое себе. Так. Птер. Давай, короче, искать птера. Есть ли здесь поблизости птеранодон? И ищем по дистанции. Серьезно? А, ну это, наверное, у меня просто карта еще не вся прогрузилась, поэтому у птера только здесь. Так, ну это 15, это около меня он. А с другой стороны, чё, лишним что ли будет? Так. Закидываем вот это. Я снова слышал этот, мать его за ногу, рёв. И этот рёв только ночью. Прикольно. Это эффект, это, понятное дело, это явно не какой-нибудь динос, который огромный, ходит там все. Но эффект, конечно, прикольный. Поначалу. Потом, конечно, уже будет надоедать, но что поделаешь? Это ж поначалу. Так-с, компики, идите в жопу. Да серьезно? Да сколько здесь вас рапторов-то, а?
Не-не-не-не-не. 15 левел вообще огонь. Нафиг надо. Там еще и... Ой, куропатка летающая, который лут тырит. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай, вот, 15 левел, сейчас он похавает места. Куда я полетел? Похавает места, притомится. Нафиг надо. Не-не-не-не-не. Это мне достаточно будет. Ну, нафиг. Ждем. Кстати, чё ждем? Ну, чё ждем? Давай, подерчик. Так, он израсходовал кератин, это очень хорошо. Ну и реально ждем. Мне вообще нужно залутать где-нибудь кристальчики. Ну, все по дефолту. Кристаллы залутать, чтобы сделать трубу, и чтобы я уже не вот так по сторонам, как дебил, оглядывался, а уже видел, как говорится, свой чужой на энном расстоянии. Кстати, я только сейчас понял. А ночь-то какая яркая. Ну, смотри, я ни гамму, ничего не включаю. То есть вот. Вот на дефолтная гамма. И все, то есть это вот яркие, да? Блин, это очень яркая карта. Я давай лучше так хотя бы. Это неплохо. Это неплохо каким-то тем, что ночью меньше можно заморачиваться. С одной стороны, с другой стороны, днем здесь тоже сильно так ярко. Ладно, жду. Давай уже, хавай, начинай. Оп. Волки воют, какая-то непонятная животина орет. В общем, ночь у меня веселая. Зато одно мясо и столько сразу процентура. Вот, 15 левел. Это идеальный левел для начала. А не 95 левел. Это, фу, 15. Именно то, что нужно. Там, кстати, видите, под водой какие-то это... Что-то светится. В общем, тоже водный мир здесь довольно красивый. Но мне бы сейчас бы летать научиться. Да, это куда важнее. Сейчас смотрю на птеры, и так охотно на твою серию. Притомить со 100% типа эффективностью на обычном мясе. Как притомить на 100% эффективности с помощью обычного мяса, да? Там не самый мелкий левел. Давай уже просыпайся, блин, камон. Тут уже вот сколько можно голодать? Давай, хавай, он вроде бы на 40 должен начать жрать хотеть. Но я уже задолбался ждать, если честно. Почему есть шанс, что кто-нибудь сюда прилетит? Потому что вот, помните, где я смотрел, да? Была там, летала. Точнее, летал. А сейчас там летит. Я просто увидел, как он отсюда, и давай драпать туда. То есть шанс, что... О, добрый вечер. Есть шанс, что сейчас кто-то оттуда прибежит, и моему утомлению... Да, не поздоровится, скажем так. А я не хочу. Я хочу, чтобы у меня птерчик притомился и все было хорошо. Вот что я хочу. Он жрать не хочет. Она. Отлично. Красава. Супер. Мх. Отличненько. Так, что здесь у тебя по весу? 144. Ну, допустим. Очень сильно, допустим. А, седло. Фу, отлично. Допустим, пускай пока лежит. Но если что, именно ты будешь верным балластом, который я сброшу. Так, мне нужно вот это вот там не отслеживать. Ну, я же нажал, нет. Вот так. Во, отлично. Так, супер,
Супер, супер. У меня теперь есть крылья. Это хорошо. Офигеть, фиолетовый луч прям наверху заспавнился. Это неплохо. И в прошлой серии я забыл это посмотреть. Надо в этой это сделать. Залезть в лучик и посмотреть, какой-нибудь лут-то вообще у меня перенесся. А, подожди, он не наверху луч, он внизу луч. Ах ты скотина. Троллируешь меня, да? Сволочь. Ну, тоже вариант хороший. Здесь, по крайней мере, уже никого нету. Так, кстати, да, насчет троллируешь. Здоровье-то надо. Седло Пелагорнис. Кстати, Пелагорнис летает, это говно, конечно. А, да, я ж не в этом его могу залутать. Я могу... Ой-ой-ой, веса-то не хватает как. А если вес качать, ну, кстати, более или менее. А то есть ложка-то выкидывать неохота. Ну что, какие-никакие крылья. Как-никак, все-таки могу путешествовать в поисках не только ресурсов, но и места под постройку. Потихоньку, полегоньку, с перебежками. Вот с слежением за ставиной. Вот. Давай. Главное приземляться туда, где нет хищников. Да. Отлично. Ну, отлично. Прокачали вес. Сейчас бегает побыстрее. Ну, потому что, соответственно, легче перемещаться, поэтому быстрее. Все же логично. Вроде бы уже утро, а гул все так же стоит. Интересно. Очень интересно. Так. Да, такое ощущение, что гул прямо отсюда откуда-то идет, но здесь, как видите, вообще никого нету, чтобы хоть какой-то гул шел, кроме черепахи. Но эффект, конечно, прикольный, но раздражать точно будет быстро. Так, выносливость, конечно, это вообще мое почтение. Ужас, ужас, ладно. Давай переодеваться. Ну и, собственно, пытаться искать место. Не, ну, с высоты полета, конечно, за всем наблюдать намного легче. Когда ты подходишь к скале и не можешь запрыгнуть на нее, это такое себе. Когда ты подходишь к обрыву и не, явно если спрыгнешь вниз, то, во-первых, ты наверх не заберешься, во-вторых, ты разобьешься. Тоже такое себе. Но даже вот такой птерчик уже прям так дни кисло развязывает руки, и ты, блин, потихоньку, полегоньку начинаешь немножечко смотреть, искать, что где куда. Сейчас, к примеру, я хочу сгонять к лучу. Зачем луч? Там все-таки могут дать какие-нибудь ресурсы. Не рассчитываю, что все-таки там что-то могут дать. А не сраный какой-нибудь рецепт на сраное какой-нибудь что-нибудь. Эквисов томить не буду. Не люблю их томить. Без шуток, я их реально не люблю томить. Почему? Ну, блин, вот это вот сел, вот это вот ты начинаешь, он там бегаешь, кормишь. Да, прикольная система, но, допустим, Интерстакса был смысл томить так. Почему? Ну, потому что это боевая единица. А конь, ну, конь лутает этот траву. Отлично. О, рецептик. Прикольно. Конь лутает траву. Ну, супер. Я лучше трайк тогда притомлю для травы. Ну, то есть, я как бы всегда к коням относился именно так. Поэтому как-то так. Поэтому я и не буду его
томить. Может быть, по приколу, ради коллекции, да. Я вообще не помню, томил я их, не томил. Вроде бы томил. Точно, я вспомнил, я хотел притомить его на Валгуэра. Но, сами понимаете, там был не конь, там был единорог, не шутя. Там был единорог, на Валгуэр тусил в единорог. Но я про него благополучно забыл. Да. Поэтому мы единорога не томили. Ну в лесах я точно ничего не увижу. Вряд ли какое-то будет хорошее место в лесах под застройку, поэтому точно не здесь. Тусуем, значит, туда вглубь. Кстати, если так подумать, то вот обелиски, как они есть, я уже давно не видел. На Extinction, да, получается, был последний обелиск, который я видел. И тот были в куполах. На Генезисе их не было. Что логично. Зачем там они нужны? На... Ну да, а все по сути. То есть был на Extinction последний обелиск. У-ху. Давненько я их не видел. Прикольно. Я все смотрю, где бы построиться. Я, во-первых, еще не придумал, какую постройку делать. То есть, как я вообще буду развиваться. Возможно, я займу также какую-нибудь постройку. Если я найду, то займу какую-нибудь постройку. Было бы неплохо. Почему? Ну, во-первых, это меньше нагрузки от всякой ненужной, от всяких ненужных построек. Во-вторых, меньше головняка от того, что же все-таки мне строить. Но какое-нибудь такое место около обрыва тоже прикольно. Вы там тоже наверху видите постройку, да? Летим туда. С несколькими пересадками потихоньку добираемся. И смотри, какая прикольная построечка. Здесь уже должны быть снега, по идее холодно. Но у меня хорошо раскачана стойкость, а значит, мне на это дело будет пофигу. Да, сопротивление холоду нормально, так что, как говорится, холоду и жаре нормально, так что все нормально. Так, интересно. Так, ну башня просто декоративная, да? Ну да, там я не вижу, чтобы можно было как-то... А, да не, можно забраться. Офигеть, она нифига не декоративная. Здесь вот он есть. Подъем там. Это прикольно. Но заснеженные территории мне не сильно нравятся. Мне снегов и за окном хватает. Если уж на то пошло. У меня очень много снега за окном, поэтому мне этого хватает. Но посмотреть построечку — это неплохая идея. Главное, что правильно, чтоб не было хищников. Прикольно. Да, вы это тоже видите, да? Ненавижу, когда такая фигня случается. Угу. Ну, здесь, по сути, просто тупо постройка. Здесь типа спальник. Ну, это прикольно. Ой-ой-ой. Это прикольно, то что типа спальник, костер, типа выживший здесь был когда-то. Явно в живых он не остался.
Но лестница без бортиков – это отвратительно. Прикольно. Так, где здесь выход? Я заблудился. Отлично. Ну да, здесь как такового ничего такого сверхъестественного-то и нету. Спускаемся обратно. Даже в маяке и то была какая-то пещера. Но надо пройтись еще. Может, какой ресурс есть. Все-таки льды и так далее, может, есть кристаллы. Так что в льды я летел не просто так. Здесь есть шанс найти месторождение кристаллов. В замке ничего, кроме красивого вида, не было. А вот спустившись вниз, мы уже видим пещерка. Интересная пещерка. Но я пока что туда точно не пойду. Хе-хе. Камон. Я там сдохну. Но как минимум мой птерчик точно там сдохнет. Даже если там можно летать, есть шанс на кого-нибудь нарваться, который будет с одного укуса убивать моего птерчика. Я бы этого не хотел. Почему? Блин, по новой томить такой себе. Ага, вот еще одна пещера. Здесь тоже непонятно пока что, поэтому тоже не будем пытаться. Ай, добрый вечер, за выносливость забыл глядеть. Фу! Думал, будет падать, и сейчас урон внесется. Нет, повезло. Повезло. Так, большерогий олень, меч, это, конечно, прикольные принты. Но, по сути, без разницы, есть они, нет они. Что то, не факт, что будет юзаться. Да. Так. Никого? Никого. Точно, ты посмотри-ка. Кстати. О, ускоряшки. Это хорошо. А, да, я специально положил вот это вот все. Но вопрос больше в другом. А, да, все, могу передавать обратно. Просто кнопки не работают. Для чего? Ну, чтобы создать вот эту бутылку, я всегда создавал станок. То есть в нем смысла нету, а я всегда создавал его. Существа. Это я могу выгрузить, да. А здесь я существенно выгружал. Вот, то есть, вот, трубу не передал. Вот что самое главное, не положил. Это тупость, конечно. Но трубу-то я и не положил. Вот. Ой-ой-ёшечки. Так, ладно. Твою мать. Нахрена мне это? Ой, лучше, короче, тебя выкину. Так. Как говорится, раз уж пошло такое дело, то... Раз уж... Сорян, туплю. Раз уж у нас получился Ифнир с прошлого выживания, и, соответственно... мы на нем не бегали сильно, то я решил его взять с собой. Во-первых, он мне даст немножечко выживание полегче. Как вы понимаете, на ритах кого-либо притомить это несложно. Но зачем кого-то томить, если от него смысла нету, это хороший вопрос. А вот побегать на эфнирчике, который, собственно, был получен на предыдущей карте, это, как по мне, прикольно. То есть, это...
это некая фишка будет вот этого выживания на новых картах. Я ресурсов не вижу. Чаще всего идут какие-нибудь ресурсы около синего обелиска. Ну, обычно, я привык к этому. Синий обелиск, там идут ресурсы какие-нибудь, чаще всего кристаллы, потому что это зимка. Я их не вижу. Я не вижу чертовых кристаллов. Понимаешь? Вот. Эфнирчики я отправил специально одного. Для чего? Бронька. Для чего? Ну, во-первых, чтобы не было эффекта стая, во-вторых, чтобы мне... Ну, блин, камон, мне легче бегать в соло. Я не любитель вот этих стаями бегать, потому что это немножко неудобно. Несколько криоподов положил для того, чтобы было. Чтобы можно было вот так же, как, допустим, сейчас летунчика убрал в криоподик, и отлично. Очень даже удобно, то есть он не где-то летает на экране, не вот не мерещится и так далее, то есть очень удобно, то есть для раннего этапа развития, не более. Потом только если в водяного опять какого-нибудь Тамединоса и держать его в криоподе. Очень удобно держать краб в криоподе, водяных не делая для них доп базу в воде. Да уж. И диносов не вижу. И это, ну, в общем, какая-то карта пока что очень пустая. И ресурсов не вижу, чтобы вот так вот было. Я привык видеть карту как. То есть ты бежишь, там ресурсы, ну, в смысле, там железо, там кристаллы. А тут как-то пустовато. Да, диносы, допустим, еще не заспавнились. Допустим. Но это же не означает, что карта должна быть пустой. Я вижу только куча деревьев. И все. То есть, если так вот посудить, я вижу просто кучу деревьев. Да уж. Очень непонятно. Прям очень сильно непонятно. Я привык к тому, что зимка, она как-то более такая. Ну, как-то более ресурсоемкая. Или мне так кажется, что он должно быть там ресурсами забит. Вот, пожалуйста, вылез, да, вот сколько я прошел от него. И стали вот диносы появляться. Ну, это, конечно, хорошо. Хоп. Я вообще хотел тебя заморозить, проверить, как ты упадешь на землю замерзшим или нет. Но в итоге ваншот ванкил. Да, конечно, это прям изи-бризи, но что поделаешь? Ну, кто-то скажет, что читерно и так далее. Ну, камон. Вы когда на локалках, на серверах играете, вы тоже по серверам не бегаете туда-сюда и не томите диносов. Да-да-да. Рассказывайте, как говорится. Ну, в общем, короче, как-то непонятно. О, Виверна, добрый вечер. Туда я точно не пойду. Да, урон, конечно, не нанесет такой, как можно было бы нанести, но и сталкиваться бы я с тобой тоже сильно ты не хотел. Так что лучше текать. Добрый вечер, волки! Бам! Да, конечно, надо было вот это завывание делать, когда их было больше. Было бы более эффектно. Но неплохо. Хм.
смотрю вдаль и думаю, а там реально есть остров с пустыней? Или же нет? Хороший вопрос. Но я на него пока что не получу ответ, это уж точно. Ну, а на сегодня, пожалуй, будем заканчивать. Я, пожалуй, за кадром поищу местечко под постройку. И, соответственно, уже плюс-минус там будем строиться. Первую кибитку будем все-таки отстраивать, наверное, не на постоянном месте. А еще нужно будет все-таки летунчика-то притомить. Ну, мелкого. Как-то так. Ну а на этом мы уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моим видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливы, добра, всем пока.